Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим возможности системы PixBI при миграции с Power BI. Мы с вами можем видеть такие виджеты, как фильтр, KPI, горизонтальная диаграмма, диаграмма водопад и воронка. На второй странице у нас есть фильтры, карта и прямая таблица. Рассмотрим это непосредственно в системе PixBI. Рассматривая модель данных, мы можем с вами видеть фактовую таблицу и справочник по городам для карты. Особенности миграции были следующие. Так как платформа Power BI может строить карту с помощью названий городов, система PixBI такого сделать не может. И для карты используются данные долготы и широты. Связи в системе настраиваются с помощью интерфейса «Новая связь» либо через перетаскивание. Если мы попытаемся с вами построить неправильную связь, система нам об этом сообщит. У нас есть связи один к одному, один ко многим и многие к одному. На данный момент в системе отсутствует связь многие ко многим. Данные в систему PixBI были загружены с помощью CSV-файла, также аналогично, как и в Power BI. Система PixBI не может загружать файлы Power BI напрямую. Рассматривая непосредственно дашборд, мы с вами можем видеть первую страницу. Тут у нас используются фильтры, KPI, горизонтальная диаграмма, диаграмма водопад и еще одна горизонтальная диаграмма. Мы с вами можем видеть Power BI, что диаграмма водопад была построена особенным образом с помощью языка R. PixBI не может строить виджеты на языке R. Он использует для этого JavaScript. Мы с вами можем видеть окно для редактирования кода JavaScript. Также при миграции Power BI используется язык DAX. PixBI для этого используется специальный язык PixMeta. Мы можем с вами видеть функции агрегации, такие как SUM, и пример фильтров по столбцам и их значениям определенным. В системе используется сквозная фильтрация. Это значит, мы можем выбрать данные в определенном виджете, перейти на другую страницу, и данные в фильтрах сохраняются. На карте мы можем с вами приближать, чтобы более детально рассмотреть наши данные, и также отдалять. Прямую таблицу мы можем с вами фильтровать. И также одна из особенностей, у нас есть конструктор, где мы можем добавлять или убирать меры, которые хотим. Также одна из особенностей при миграции с системы Power BI была в том, что в Power BI мы можем накладывать виджеты друг на друга. В системе PixBI такого сделать нельзя. Также мы с вами можем видеть справа снизу горизонтальную диаграмму. Она была выбрана специально, так как, рассматривая ближе дашборд Power BI, мы с вами можем видеть, что логика для воронки отсутствовала. Поэтому была сделана доработка и добавлена горизонтальная диаграмма вместо воронки. Мы рассмотрели с вами возможности системы PixBI при миграции с Power BI. Спасибо за внимание.